В Испании сегодня день тишины. В воскресенье 26 июня в стране пройдут вторые за последние полгода всеобщие выборы. И избиратели снова отправятся к участкам для голосования. Опросы общественного мнения показывают, что консервативная народная партия Мариано Рахоя снова окажется в победителях, но не получит абсолютного большинства, как это было на прошлых выборах. Второе место, по прогнозам социологов, займет левая партия Подемос, которую возглавляет Пабло Иглесиас. Популярность этой партии, выступающей против режима жесткой экономии, неуклонно растет. В последние дни предвыборной кампании Иглесиас, обеспокоенный результатами референдума в Великобритании, призвал Брюссель провести реформу ЕС. В спину Подемос дышат социалисты, которых на выборы снова ведет Педро Санчес. Эта партия теряет поддержку избирателей. Четверку фаворитов замыкают либералы из партии «Граждане» Альберто Риверы. Если прогнозы экспертов оправдаются и ни одна из партий не получит абсолютного большинства в парламенте, политическим силам придется вести переговоры по формированию коалиционного правительства.